С минуты молчания по погибшим спасателям Ленинского территориального управления началось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника МЧС. Девиз Министерства по чрезвычайным ситуациям – предупреждение, спасение, помощь. Не отступая от него, спасатели и пожарные ежедневно идут на укрощение огненной стихии и других чрезвычайных ситуаций, часто рискуя своей жизнью. В приветственных выступлениях руководителей в адрес представителей этой нелегкой, опасной, но так необходимой службы звучали слова благодарности с пожеланиями не только здоровья, но и успешного завершения любого задания без потерь личного состава. Ежедневно мы заступаем в караулы, ежедневно мы выполняем боевые задачи не только при тушении пожара, но прежде всего при спасении людей в различных ситуациях. Они такие возникают, и на дорогах бывают аварии очень серьезные. Порой с гибелью людей, что очень тяжело переносится нашими сотрудниками. Вместе с тем мы активно работаем по обучению, по воспитанию, по психологической устойчивости наших сотрудников. В Ленинском территориальном управлении противопожарно-спасательной службы служат люди высокопрофессиональные, умеющие устранять последствия любой катастрофы. В настоящее время на территории Ленинского территориального управления все пожарные части аттестованы на право ведения поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров. За образцовое выполнение служебных обязанностей и большой вклад в обеспечение пожарной безопасности многие сотрудники были награждены. Георгий Богомолов пришел в профессию спасателя в 2009 году. Приобретя опыт, он уверенно применяет его в своей деятельности. Каждый вызов, каждый выезд, он непредсказуем. Но так как мы обучены и теоретически подготовлены, и частично практически, конечно же, со временем, уже с опытом работы, на момент выезда уже все до автоматизма отработано. Дмитрий Мархин по образованию медик. После окончания училища, поработав на скорой помощи, твердо решил стать спасателем. Работа очень мне нравится, очень нравится. Я всей душой к этой работе. Дорогие коллеги, хочу вам пожелать в преддверии 27 декабря всего самого наилучшего, самого дорогого, мирного неба, и чтобы всегда вас дождались дома. Это самое главное. Наши пожарные, они все наши, значит, имеют хорошую, отличную подготовку, имеют статус спасателя, значит, можно сказать, постоянно находятся в готовности помочь всему населению, как Ленинского района, так и Домодедовского района. Профессия спасатель – удел смелых, решительных и упорных в достижении цели – спасти, обезвредить, предотвратить. Не каждый новичок проходит эти испытания. Те, кто остаются, те остаются, как правило, надолго. Вот я с 2008 года работаю в этом учреждении, и основной костяк, в общем-то, нам удалось сохранить, и ребята отличные. Прекрасно тушат пожары, спасают людей, так что мы за них гордимся. В Ленинском территориальном управлении пожароспасательной службы трудятся около 200 человек, которые в любую минуту готовы прийти на помощь людям в случае чрезвычайной ситуации. Людмила Медведева, Данил Свидерский, Елена Кошелева, Видное ТВ.